Доброе утро всем. Марго пришла будить Марго. Пора вставать, скоро учителя начнут приходить. Убраться нужно, зубы почистить, позавтракать. Началась ненавистная Ритина учеба. Да? Доброе утро, Марго. Марго! Марго! Марго, скажи, ребята, доброе утро. Да. Доброе утро. Иди буди дальше Риту. Иди буди. Иди. Ать. Ать. А, спать сейчас дальше, что ли, будете вдвоем? Понос. Маркой, ты зачем мне понос? Все. Подъем. Не судьба Рите поспать. Марго не разбудила, пришла Мася будить. Да, говорит, вставай, Рита, вставай. Обязательно жопу ко мне. Ну так, это по очереди будет Риту школу. Вот, еще и погладить надо, да. Просыпайся, говорит Рита, гладь меня. Мась, Миси. Ну вот, между учителями снова еда, как написал один подписчик. Завтрак. Блины со сметаной. Сметану Марго не захотела. Просто блины с чаем с мятой. Мне уже было 2 урока. Информатика, физика. Сейчас будет история. Хим не будет, потому что учитель... Приболела. Но она, тем не менее, дала тебе задание. Завтра русский только. Завтра только русский, да. И 8 часов вставать. Ну, что поделаешь. А в среду вообще... Ну, в среду мы в эту едем в кардиоцентр. Будет только биология. Почему? Потому что мы не успеем приехать к 10 в кардиоцентр. Русские, литература, география, биология. Да, поэтому все, давай. Всем приятного аппетита. Давай кушай, а то скоро историк придет. Все пришли за вкусняшками. Жули, дай. А так, одна мой хороший. А так. Мася, сидеть. Сидеть, Мася. Давай лапу. Давай лапу. Давай. Так, другую. Стоп, молодец. В какой? Да тихо ты, Марго. Мася, в какой? Ты нашел, ты мой хороший. Котека такой ждет. Нажим. Так, обе. На. Все, хватит. Все, хватит. Котека. Жулик. Жулик. Здрасте. Что расскажете? Понятно, ничего. До свидания. Всем привет. И вот уже вечер, у меня закончились уроки. И меня попросили в комментариях рассказать, как же появились мои собачули. Вот такие вот собачули. Вот такие вот и собачули. Играю вообще с тряпочкой, но в прошлом это была игрушка. Косичка. Ну что, поехали? Когда мне было 10 лет, мне делали операцию на ноги в городе Новосибирске. Но собаку я просила не прям вот в 10 лет, а с 4 лет я начала просить. Не знаю, откуда я узнала, но мне стала интересна эта порода, и я начала просить. Прям по улицам ходила и указывала, что я хочу вот такую вот собачку. И мое
желание сбылось. 27 сентября в пятницу мне взяли щеночка. Да, вот такого щеночка. Это, конечно, совсем не щеночек, но в 2013 году это был щеночек. Посмотрите, как выглядела Мася, когда ей был месяц. Спустя 3 года, 25 апреля 2017 года, Мася забеременела и родила щеночек. Было 4 щеночка, 3 мальчика и Маргулечка. Как говорится, 4 щеночка и лапочка, дочка. Но тут все наоборот. Первый родился мальчик в 4:30 утра. А самая последняя родилась Маргуля в 12 часов дня. Она была очень маленькая, прям очень маленькая. Вот такая вот. Посмотрите, какая она была. На данный момент Маргуле 7 месяцев, а Масе 4 года. Вот такая вот была наша история. Если вам она понравилась, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Всем удачи и всем пока-пока. До скорых встреч. Мы вас любим.